Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, торговый центр «Домино». Давайте посмотрим ассортименты и новинки. Салфетки выдергушки «Лилия». 200 штук в упаковке. Удобно хранить, легко доставать и приятно использовать. Два слоя, 20 на 19, 77,80. Еще салфетки. Салфетки универсальные, мой рулон. Хозяйственные, тоже 200 штук, 119. Туалетная бумага, 2 слоя, 8 рулонов, 100% целлюлоза, 123,50. Еще салфетки. Салфетки универсальные, мега рулон, 220 штук, вискозные, 124 рубля. Для окон, для кухни, для ванны и для автомобиля. И бумажные полотенца. 2 слоя, 2 рулона по 35 метров, 77. Арбузы сегодня 21,60, только недавно снимала, были 22. Коврик универсальный для посуды 38,50, 76 рублей. А это салфетка универсальная, 88 рублей, 30 на 30. Из микрофибры, 10 штук в упаковке. Также есть тряпка для пола универсальная, 100 рублей, 2 штуки. Тазик 10 литров с крышкой. Крышка прозрачная. Тазик пищевой, 162 рубля. Вот такие яркие тоже есть. И пластиковая крышка. Есть и маленькие миски «Шарм», 3,7 литра, 42 рубля. Посуда здесь тоже есть. Я снимала обзор недавно буквально. Можете зайти посмотреть в предыдущих видео. Смотрите, какие полотенца привезли. Беленькие. Белые, серые. С бордюром таким атласным. 131 рубль, 50 на 80. Отличный полотенце. Жилетки здесь тоже есть. 790 рублей. Различные светильники. Вот такой проектор. Прожектор. Прожектор светодиодный. 50 ватт, 285 рублей. Вот бы на дачу такой прожектор. Отличный. И стоит недорого. И вот так выглядит. А это что? Светодиодный светильник. Аналог классического светильника. 6500. Белый свет. 303 рубля. Настенный. Вот такой маленький. Изолента. 115 рублей. Сколько здесь штучек? 10 штук. 15 метров, 10 метров. 15 миллиметров, 10 метров. 10 штук в упаковке. Еще светодиодный прожектор. 232 рубля. Старт. А этот был 285. Очень похожи. Отличается, наверное, только ценой. А это что? А это уличный консольный светильник. Срок службы светодиодов 30 тысяч часов. Вот это огромный. Смотрите, какой он огромный. Ничего себе. Вот это да, вот это повесишь, так повесишь. 844,50. А лампы. Настольные. В фикс-прайсе тоже появились всякие лампы настольные. 533 рубля, двойная, светодиодная. Три режима и с USB. 29 на 13,5 и 9 сантиметров. Еще. Это раскладная светодиодная лампа. Цветок 188,60.
И выглядит вот так. Появились яблоки. Смотрите, какие крупные, красивые яблочки. И стоят 79 рублей. Виноград зеленый. 130 рублей за килограмм. Салат морковь острая, 57,50. Докторская колбаса Атяшева. Высший, это первый сорт, 1,3 килограмма, 210 рублей. Колбаса губернская, сетки, первый сорт, 173,30. Такой батон вытягивает на 292 рубля. Колбаска дубки итальянская, она сыровяленая, 198 рублей. Этот батончик, вот, пол батончика. Колбаса любимая сырокопченая, лидер. Категория А, 283 рубля. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.